В Туркестанской области нашли пропавших туристов, но спасательная операция продолжается. Обнаружить удалось лишь часть группы троих человек. Сегодня сотрудники МЧС при облете территории на вертолете заметили парней на берегу реки. Они сообщили, как там оказались. Мы заблудились, а потом один из нас семерых заболел, и группа разделилась. Мы втроем остались в одном месте, а четверо ушли дальше. Мы 3 дня тут были втроем, а сегодня вышли к реке, и здесь нас нашли сотрудники МЧС. Размахивающих руками туристов заметили с вертолета. Они стояли на обрывистом берегу горной реки. С помощью спецоборудования их подняли на борт и доставили в безопасное место. Состояние молодых людей опасения не вызывает. А вот где сейчас находятся еще 4 членов группы, неизвестно. Напомню, поисковая операция началась в минувший вторник. Тогда родственники сообщили, что группа парней, 6 из которых студенты Назарбаев университета и 1 выпускник лицея, отправились в пеший поход в ущелье Сарайгыр. Вернуться планировали через 3 дня, однако к назначенному времени не появились. В настоящий момент спасенные доставлены оперативно. Штаб расположен в Тулюбийском районе и переданы родственникам. Поисковые работы по 4 пропавшим продолжаются.